Ух ты, это же Москвин, я смотрю ваши видео все время. А можно ручку, а можно ножку, пожалуйста? А можно фотку? Во, фотку, давайте Всем здорова, ребят, с вами Москвин, и как вы уже поняли, сегодня у меня админ будни, а это означает лишь то, что сегодня море контента, много угара и, конечно же, читеры, которых я сегодня буду наказывать. Желаю всем приятного просмотра и аппетита, кто кушает. Let's fucking go. А перед началом абсолютно в каждом видеоролике я разыграю по 2000 Majestic коинов совершенно на любом сервере Majestic. Для участия нужно обязательно поставить лайк, подписаться на канал и написать совершенно любой комментарий от 5 слов. Ну а также вступить в мой дискорд, где мы часто общаемся и делимся эксклюзивной информацией. Там в разделе розыгрыш ты должен нажать на реакцию, и ты автоматически становишься участником розыгрыша. Помимо этого, в моем дискорде ты найдешь много полезной информации, таблиц, гайдов и карт на Majestic RP. А если ты хочешь играть вместе со мной, переходи по ссылочке в описании, регистрируйся и вводи мой промокод Москвин. Он тебе даст 20 тысяч баксов и 7 дней платинум VIP. А это очень хорошие плюшки, которые тебе помогут на старте. Ввести его можно при регистрации или в чат командой /промо-москвин. А я уже буду начинать, всем приятного просмотра, let's fucking go. Ну что, ребят, время 11:23, начинается моя работа, так сказать, на 7-м сервере. Давайте откроем F8, посмотрим репорты. Улетел в воду и пропала тачка. Так, давайте посмотрим. Здравствуйте, Doom. Телепортироваться. Давайте посмотрим, какая у нее там проблема. Так, а где, собственно, игрок? Да, здравствуйте, в чем проблема? Здрасте. Да вот меня сбили по этой, ехали, и машина в воду улетела. Она пропала, я правильно понимаю? Да, пропала, Бугатти там вчера. Хорошо, секундочку. Так, МТП, ГХ... Так, ГХ 708. Все, телепортировали игрока. Так, где он? Опять его не вижу. Все, приятная игра. Так, следующий репорт. Вызвал машину, она перевернута и под другой машиной. Давайте телепортируемся, поможем нашему игроку. Так, здравствуйте, какая ваша машина? Здравствуйте, моя снизу, голубенькая. Ага, да, заметил, сейчас помогу. Так, GetCar 118. Вроде бы оно, да, все. Спасибо большое. Да, приятная игра. Удачно работала, рабочий. Так, следующий репорт. Машина утонула и не спавнится. Давайте телепортируемся. Смотрите, вот. У нас есть семья. Человек взял вчера машину, она у него утонула, и она до сегодня не заспавнилась. То есть вчера эта машина утонула, и вы сейчас не можете ее заспавнить? Да-да-да. А где машина находится? Можете достать телефон, поставить метку и посмотреть, где она находится плюс-минус. А давайте так поступим. Вы сейчас сделаете скриншот и прямо в репорт отправите мне его. Увидел, секундочку, ожидайте сейчас. Так, ставим метку и пишем МТП. Так, теперь нам нужно, получается... А, вот она вроде, если не ошибаюсь, это машина. Давайте ее удалим. И вроде бы тут машин больше нету, поэтому открываем репорт и телепортируемся к нашему игроку. А, так, попробуйте заспамнить ее. Вроде бы удалил. Все, да, отлично. Спасибо большое. Все, приятной игры. Спасибо. Следующий сразу же репорт застрял. Давайте тоже телепортируемся. Так, ага, вижу 670. Окей. GetCar 670. Ой, я походу не ту машину тэпнул. Ага. Я понял. Допустил ошибочку. Так, все, приятной игры. Богдан, вы тут? Ёпрст, ты что тут забыл? А где вы были до этого? Я извиняюсь, перепутал вас с другим игроком. Я сейчас скажу. Возле Якудза университета, вот, примерно там. Хорошо, сейчас вас телепортирую. Ага. Так, ГХ 71 получается. Угу. Так, все, приблизительно тут вы, да, были? Все, спасибо. Все, приятная игра. Как говорится, и такие у нас проблемы бывают, поэтому администрация тоже может ошибаться. Так, закрываем репорт и ждем следующий. Помогите, я не могу в машину сесть, мне другая мешает. Телепортируемся. Здравствуйте, так. Администратор, мне вот эта РПшная машина мешает сесть, можете убрать? А, здравствуйте, какая РПшная? Я просто кроме В-класса и Porsche ничего не вижу. Ну вот, рядом. Мне мешает вот эта В-класс сесть в Porsche. А, все понял, хорошо. Спасибо вам большое. Все, спасибо, так, все, приятной игры. Следующий репорт, помогите, не могу сесть в машину. Так, посмотрим. Здравствуйте, уважаемый администратор. О, опять вы, у меня... Спасибо да, вам да, большое. Да, я вас понял, приятной игры. Хорошо, нет. Ух ты, это же Москвин, я смотрю ваши видео все время. А можно ручку, а можно ножку, пожалуйста? А можно фотку? Во, фотку, давайте фотку. А можете позу какую-нибудь?
Сейчас. Спасибо большое. Так, что еще хотел сказать? Вы мне очень много задаете вопросов. Москвин, когда будет семья на 7-м сервере? Этим вопросом я занимаюсь, и уже в ближайшее время она, конечно же, появится. Пока что у меня есть семья только на 1-м сервере. Если вы там играете, то переходите по ссылочке в описании в семейный дискорд и вступайте. Но многие из вас уже хотят на 7-м сервере в семью. В таком случае могу вам кое-что посоветовать. Сейчас я нахожусь в семье своего хорошего друга, с которым давненько общаюсь. У него тут огромный автопарк машин, большой дом на Вайнвуде с классным видом и бассейном. И, конечно же, с приятными людьми, которые тебе всячески будут помогать. Так что, если хочешь зарабатывать деньги с контрактов и кайфовать, то ссылку на его семью я оставлю в описании. Ну а я полетел дальше на репортике. Так, следующий у нас репортик, запрещенное слово и ссылка на YouTube. Так, здравствуйте, иду, отвечаем. Давайте сейчас я посмотрю данную ссылочку, потому что я не могу вам, к сожалению, ее показать, потому что мало ли мне прилетит там авторское право. Поэтому я сейчас посмотрю, если там действительно есть нарушение, то, конечно же, накажем игрока. Так, я пока смотрел жалобу, тут мне написали «Москвин, можно ручку». Так, да, конечно. И давайте телепортируемся, перед тем, как мы накажем. Москвин, привет. Приветствую, приветствую. Сейчас игрока накажу, да, действительно было нарушение. Да-да-да. Все, давай, удачи, обнял, припадь. Все, взаимно, приятной игры. Короче, дадим тогда бан. А, статик получается какой у нас? 63903 на 15 дней по причине запретное слово. Дадим ему обычный бан, не харды. Все, давайте баним. Раз, два, три. Все, запретное слово, улетел в бан. И, конечно же, пишем нашему игроку, что... Игрок был наказан. Приятной игры. Закрываем репорт, конечно же. Опа. Типок играет с читами, я понял. Так, давайте телепортировать его. Так, ГХ-1364. Давайте будем проверять его. Так, вы тут? Нет. Угу. Кто? Ну вы. Ну естественно, если я телепортирую. А почему играет с читами? В смысле, считай. Ну, зачем вы телепортируетесь? Хочется мне так. А почему вы тогда задаете вопрос, почему я играю с читами? Хочется мне так. Угу. А почему? Ой, я думал, я вообще полностью... Почему? Ну да. Ну, я не люблю бегать. Мне нравится телепортироваться. Ага, и как давно играете с читами? Не знаю, вот недавно скачал вроде. Ну, то есть относительно недавно, да? Ну да, вот этот телепорт хак или как он называется. Я понял. Чё, прикалывает? Телепортироваться? Ну да. Ну да, быстро вот так перемещаешься. Я понял. Ну а типа, если бан там, как потом, что делать будет? Потом? Ну, ну да. Получается. Ну блин, как-то странно. Бегать. Придется научиться бегать. Я понял, у вас только телепорт, я правильно понимаю? Угу. Блин, ну ладно тогда. Чё скажете напоследок? Чё скажу? Ну да. Можно мне написать кое-каким высером в фракцию? Да не, лучше не стоит. Зачем портить? Так сказать, игру людям. Ладно. Да я вообще чисто коптерик, так знаете, залетел по улице. Ага. Ну, чисто на кап, я понял. Да, и побегать мне неинтересно. Ну ладно, тогда чё. Все, хорошего дня тогда вам. Все, давайте. Что он там ударил? У нас тут сразу же следующий репорт. Москвин, можно ручку? Давайте тоже телепортируемся, конечно же. Так, а где Москвин, наш... Москвин, здорово, человек? Братан. Приветствую, приветствую. Сейчас фоткаемся. Можно, да, конечно. Бан? За что? Да не слушайте ее. Всем спасибо большое. Все, приятной игры. Че, бан-то давать? Нет, в итоге. Я уже почти выдал. Надо, надо ей. Я тебе рога сломаю. А, все понял. Не буду, не буду. Я думаю, бан все-таки выдать. Не-не-не. Ну ладно. Ну а на этом у меня все. Если вам действительно понравился данный видеоролик, попрошу обязательно поставить лайк, подписаться на канал, ну и конечно же написать комментарий. Ну а с вами был Москвин, всем добра и позитива, всем удачи и пока.